Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода у нас лабрадор, девочка, кличка Бетти, возраст 9 месяцев. На первом этапе заведите такой подсумочек, и туда наложите лакомство. И все команды обязательно подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Ко мне! По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, обладили, дали лакомство. Гуляй. Команду ко мне на первом этапе отрабатывайте в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Это одна из сложнейших команд. С первого подзыва старайтесь собаку не ловить. Ловите со второго, с третьего подзыва. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание команды «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить в уединенных местах на первом этапе без посторонних раздражителей. Не реже двух раз в неделю. В утренние и вечерние часы до кормления. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке. Собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Подходим и хвалим собаку. Хорошо место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Место. Ну, на этом свою работу будем заканчивать. Поедет Бетти домой, папе и маме.